МГУ Огарёва будет передана многопрофильная республиканская клиническая больница номер 4. С такой инициативой выступил сам ВУЗ. Ее поддержало Министерство образования и науки России. К лечению больных смогут подключиться ведущие научные сотрудники кафедр ортопедии, госпитальной хирургии, кардиологии, травматологии и реабилитации. Наша задача при передаче лечебного учреждения создать ряд научно-исследовательских медицинских центров, которые бы внедряли в лечебную практику новых передовых методов оказания, в том числе высокотехнологичной медицинской лечебной помощи населению нашей республики. И в то же время это должно способствовать улучшению качества медицинского образования, которое имеет очень большую историю в Республике Мордовия. На встрече с президентом Артем Сдунов подчеркнул, что прежде всего вся мощь университетской науки будет направлена на поддержку участников СВО и их семей. ВУЗ предоставит свою клиническую базу для нового крупного научного медицинского центра, где бойцы будут проходить реабилитацию и адаптацию. Важно, что на каждой из встреч звучат новые проекты, которые предлагаются главой для улучшения жизни в конкретной территории, в Республике Мордовия. И вот объединение ресурсов экономических, интеллектуальных, научных правительства Республики Мордовия и университета, они должны вести к улучшению жизни простого человека, живущего на территории Республики Мордовия. Кроме того, на базе медучреждения будет функционировать Федеральный центр биотехнологий. Новая клиническая база ВУЗа позволит локализовать здесь разработку лекарственных препаратов и методов оказания высокотехнологичной помощи, в том числе трансплантологии, которой сегодня в республике нет. Ирина Радайкина, Владимир Надькин, Народные новости.